Приветствую всех на канале «Вкус жизни». Меня зовут Светлана, и я живу на Кипре. В комментариях под моим последним видео люди задавали вопросы о том, что же происходит с ближайшими контактами. Я рассказывала вам о том, что если, допустим, муж и жена, их результат теста взятый в аэропорту на Кипре может оказаться положительным, то их могут изолировать вместе в один номер в карантинном отеле. И меня спрашивали, ну а если у одного члена семьи только будет положительный результат, а у других отрицательный, что с этим происходит? Значит, я вам расскажу сегодня, какие могут быть ситуации, в каких случаях могут поместить на карантин туристов, даже если результат теста, взятого в аэропорту, окажется отрицательный. Значит, это те туристы, которые входят в ближайший, близкий контакт с тем человеком, у которого обнаружили положительный результат. Ну, в основном, конечно, это члены семьи. И люди также рекомендуют посылать на карантин и тех людей, которые сидели рядом, места в самолете, у которых были рядом с этим человеком, который был заражен этим вирусом. Это обычно впереди, сзади и, как говорится, по бокам люди. Так что может даже и такая ситуация случиться. Значит, давайте рассмотрим, что же происходит, если, допустим, семья, муж и жена, у мужа определили, результат теста дал положительный результат, а у жены отрицательный. Значит, что в таком случае происходит? Вас отправляют на карантин обоих, в карантинный отель. Но в этом случае уже поселяют не вместе в один номер, а отдельно. И точно так же карантин 10 дней и для того пассажира, для того туриста, у кого оказался позитивный результат теста, и для ближайшего его контакта, в данном случае для жены, тоже будет 10 дней карантина. Значит, что происходит с теми, у кого положительный результат, я рассказывала в моем предыдущем видео. Кто не успел посмотреть, ссылочку я еще оставлю под этим видео, можете посмотреть. А сегодня я поговорю о ближайших контактах. Значит, в данном случае вот жена, член семьи, можно сказать, у которой отрицательный результат, так как она контактировала, находилась менее 2 метров и больше 15 минут с тем человеком, у кого положительный результат, значит, карантин точно так же 10 дней. Могут взять повторный тест буквально на следующий день, еще один тест, чтобы точно уже знать, что не произошла ошибка и что у вас не положительный. У нас вот так было, у наших друзей, мы с женой, у жены был положительный результат теста, а у мужа отрицательный. И когда вот этот результат пришел, буквально на следующий день у него взяли опять тест, но этот повторный тест уже был бесплатный. И у него он показал, да, действительно отрицательный. И второй раз был отрицательный, но он потом тоже находился на карантине. Значит, карантин точно так же 10 дней. В том же самом отеле, куда и повезут вашего, допустим, супруга, если, конечно, у него никаких симптомов не будет. Если будут какие-то осложнения, его переведут в больницу. А жену с отрицательным результатом будут держать в этом карантинном отеле. Трехразовое питание, проживание, если нужны какие-то медикаменты, все это будет за счет государства Кипр. Единственное, что вы точно так же, как и ваш супруг, как говорится, будете измерять температуру. И потом уже перед окончанием этого карантина, буквально за день, это значит на 9-й день получается, у вас возьмут тест. Если тест будет отрицательный, значит вы, как говорится, свободны. Ну а если положительный, то сами понимаете, наша песня «Хороша» начинается сначала, начинается опять продолжение этого карантина.
Значит, вот это еще опасность, если вы, допустим, у вас тест отрицательный, взяли у вас тест в аэропорту, результат остался отрицательный, но бывает вероятность того, что кто-то сидел или сзади вас, или впереди вас, или кто-то рядом, у кого кажется положительный, то вас могут вычислить по вашему билету, где вы сидели в самолете, и могут тоже, даже если вы не знаете этих людей, у кого положительный результат теста, тоже могут отправить на карантин, как близкий контакт. Все эти правила, протоколы Министерства здравоохранения Кипра по нахождению на карантине, где вы будете находиться, сколько дней, все это, я оставлю ссылочку под этим видео, вы зайдете и можете сами все прочитать. То же самое касается, если вы, допустим, прилетели на количество дней, которое меньше времени карантина, допустим, вы прилетели только на неделю, а вас отправили на карантин на 10 дней, значит, за день до вылета с Кипра у вас возьмут еще один повторный тест на 6-й день, и на 9-й, на 6-й день. И если будет результат отрицательный, вы спокойно можете улететь домой. Но вы должны знать, что нахождение в карантинных отелях, проживание, питание, если понадобится какое-то лечение, это все будет за счет Республики Кипр. А уже трансфер из этого отеля или трансфер из больницы в аэропорт или куда-то там другое место, это уже будет за ваш счет. И по поводу билета на самолет, это тоже ваша проблема. Вы должны заранее связаться, оповестить туроператора, что вы находитесь в карантинном отеле. И если нужно будет перенести вылет, значит, это вы уже сами договариваетесь с туроператором. Вот такое коротенькое видео сегодня у меня. Спасибо всем большое за просмотр. До следующих моих видео. Всем желаю здоровья, хорошего отдыха, приятных воспоминаний и всего-всего вам самого доброго. Пока-пока!